На этой неделе в Бухенвальде наглецы сняли наш государственный флаг, повесили вместо него БЧБ-тряпку коллаборационистов. Наша молодежь, патриоты, быстро отреагировала, устроила пикет возле немецкого посольства и вызвали посла фактически. И в качестве извинения пригласили его сюда вот поработать, чтобы как-то загладил вину. Пришел? Не пришел. Вот, как видим, нет его. Значит, думал и над этим. Отвечаю. Не верьте им. Не верьте. У них это стало модой. Прийти, поплакаться, извиниться, какие они бедные, как они плохо здесь поступили. Помните, приехали с Австрии, из Германии. Ну, казалось бы, все. Освятили нашу землю. Они никогда не прикоснутся к этой святыне грязными руками. Что произошло потом? Санкции, санкции, санкции. Они начали против нас информационную, потом экономическую войну. Поэтому не верьте их всем поклонам и так далее. Они делают свое англосаксское дело, как это у вас принято называть, или коллективного Запада. Им глубоко наплевать на эту историю и на то, что произошло с этими бедолагами, 1,5 сотнями детишек, женщин, стариков. Им на это глубоко наплевать. Когда-нибудь вот я это сделаю, обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются, вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму, то, что они здесь делают в Беларуси. Но это видно в виде вот этих санкций и давления на Беларусь.